Салонный фильтр на Skoda Fabia 2 чистить продувкой примерно раз в год. Особенно если фильтр дорогой, угольный. Находится фильтр под вещевым салонным бардачком. Снимаем защиту, она легко отгибается. Далее сдвигаем к центру две защелки. Все, фильтр с мусором на полу. У некоторых фильтров есть направление, стрелка, потока воздуха. Продуваем фильтр с мусором, компрессором. И все, фильтр чистый, как из магазина. Ставим на место. Защелка имеет обод с впадинами для герметичности фильтра. Попав по месту, защелкиваем фильтр, одеваем на место защиту, радуемся экономии. Все очень просто.